Ад. Мы приступаем уже к третьей части нашего ансамбля. Так. Рико, пришло время нанести удар по последней из командных цитаделей Диравелла. Надо встретиться. Да базара нет. В смысле, данным. Приветствую. Нравился ли вам величественный Фалко Максиме? Генералу тоже нравился, но нельзя же препятствовать прогрессу. Не стало еще одной базы. Бах, вот она была, и вот ее нет. Все ровно так, как описал генерал в своей книге «Как управлять государством, опираясь на решительность и характер». Ну что за хуйня? Вива Медичи. Пойдем. Разрешим сей момент. Что ты будешь играть после Just Cause? А... Ну, во-первых... Да, ребята, МГС будет. Скорее всего, будет МГС. Надо все-таки пройти его, я же обещал. То есть как, до МГСа мы еще... Ну да, да, скорее всего, МГС будет. Летим к цели. Ого, ничего себе. Так, что тут? Так, стоп реклама. Ага. Вот это моя любимая. Тяжелые ракеты. Не знаю, что нам предложат сейчас сыграть, но... Бля, я представляю ощущение местных жителей, когда летят вот эти вот бомбы. Я что-то взорвал. Я в лодку, кажется, попал. Ладно. Лететь 2 секунды. Мы проверим, как она работает на вышках. Прекрасно, по-моему, с вышками она работает. Посмотрим, как вы теперь поговорите. О, боже. Давай, добро, давай. Все вроде должно быть. Ромка, пока я пошел пить кофе, удачи, крышечки нужны, подчёрт. Главное не борщить с пивком. Поехали. Все, чистенько. Даже не запыхался. Пока летел, можно было ведь зачистить. Сколько еще 3 минуты, не знаю. Ого, вы видите? Где-то я это уже видел. Вот это. Вот это строение где-то видел уже. Понятно. Оно было во второй части, ну, если вспомните, такое же примерно здание, где мы, как сказать, сейчас объясню. В стеклянном здании защищали как раз от этого. Блять, каким образом я взорвался? Я же аккуратно сел, блять. Сука. Сколько можно меня испытывать? Господи. Нужна смазка.
Это мне говорит механик, блядь. Мне нужна смазка. Окей. И не поспоришь с человеком. Упал. Чуть-чуть. Маляс. Как комбо. Ладно. Разрушитель миров. О-о-о-о-о. Давай. Давай, игра. Удиви меня. Ты не понимаешь меня, Тео. Я тебя пойму. Тебе стоит потренироваться. Многие сегодня погибнут. Не сегодня. Сегодня мы победим. Нам не победить, пока работает комплекс по исследованию Баварии. Значит, мы взорвем его. Если добраться до центральной панели, можно разрушить башню с помощью ИП. Петабайты материалов будут уничтожены. Но нужно отвлечь врагов, чтобы я взломала систему. Мы это сделаем под прикрытием войны. Рико, на минуточку. Рико, революция в долгу перед тобой. Она в долгу перед всеми нами. Ты дал людям надежду. Когда все закончится, ты все еще будешь нужен людям. Война и беспорядки разваливают страны, но возрождаются они народной волей. Народную волю я оставлю на твое попечение. Сейчас нужно отбросить исследование Бавария где-то на полвека назад. Может быть, я поторопилась. Баварии может пригодиться при восстановлении Медичи. Нет. Нет, Баварий слишком опасен. И сегодня Диравелла лишится всего. Конечно, ты прав. Нужно собраться. Пора. Вперед! По-моему, она нас подъебет. Ну, такое ощущение. Это война, которой мы ждали. Повстанцы готовы атаковать деловой квартал. Иди туда и помоги наступлению. Иди туда. Рико, фратре, победа близка. Защити наших бойцов от снайперов во время наступления. Что-то вертолет упал, кажется. Но. Все чисто. Вперед. Давай дальше. Рико, убей снайперов, чтобы наши бойцы могли наступать. Где там еще снайпер? Нихуя ты пришел. Революцию никто не остановит. Дальше. Снова снайперы. Разберись с ними, Рико. Так-то! Мы справились. Изи. Многим повстанцам нужна помощь. Да, узнаю локацию. Какумбау, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо, что ты не пилот в реальной жизни. Подъем засчитан. Хорошо. С
завалил три чела, все, война выиграна. Да, да, типично такая правда. Что синие начинают подливать. Я иду. У них слишком много бронетехники. Рико, если взломаешь ЗРК, мы сможем нанести удар с воздуха. Ага. Если сможешь взломать ЗРК. А чё нет? Я здесь, пацаны, постою и не обращайте на меня внимания. А где еще ЗРК? Или это единственный ЗРК в районе? А, по-моему, это единственный был. Ладно, пойдем что-нибудь спиздим. А, здесь просто уничтожить пару человек. Я спищу танк. Хуя выкинул. Ну, я сделал, что вы просили. Давай дальше. Нихуя. Вот это я вложился в победу. На истребители куда-то дёру дать, да? Угу. Сейчас полетаем. Так. О, само наведение работает. Не знаю, зачем я это делаю, но... Дриснула в карман. Еще не доживет. Да, есть такое. Там самолет, кажется, неудачно приземлился. А может удачно? А может быть корова? Ла-ла-ла-ла. Я сломал вертолет, самолет. Что не надо? Вот так вот не надо. А потом. Так, ну я добрался, что дальше? О! Ничего себе. Война на самолетах. Вот это поворот. Перекрутил. Давай, давай. На вторую ходку идет. Ну. Рико, время пришло. Легко. Встретимся у башни главного командного пункта. Главный командный пункт. Окей. Тошнит уже? Да ладно. Ну все, все, не буду больше. Больше поворотов картошки. Это уже 620 тысяч почти. Ачивку дает за... за миллион. Давай развиваем сверхзвуковую скорость. Ну, в принципе, Thunderhawk.
Мы добрались до этой точки. Хотя хрен знает, как там живут. Он достаточно высоко. Я в смысле того, что там кислород должно не хватать сильно. И достаточно холодно. А эту хрень не обязательно садить или так чисто? Я могу ее здесь посадить. О, нет. Не надо, значит. Ну сколько еще? Есть сложность с автоматическими системами. Придется наводиться в ручном режиме. Человека уронил просто так. Что значит в ручном? Мне придется остаться. Забудь, нигде ты не останешься. Найдем другой способ ее уничтожить. Что, прокатишься еще на одной ракете? Нет, это единственный способ. Дайма! Я должна убедиться, что знания об аварии уничтожены. Я прожила очень долгую жизнь. В ней было много ошибок, но были и победы. Просто доверься мне. Все хорошо. О, как ему руку не вырвало. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Короче, она пожертвовала собой. Институт, в общем-то, уничтожен. Но это вот та крепость, которую мы почти как бы вот так вот. Конец почти игры. Да-да, почти уже концовочка. Судя по ощущениям. То, что у нас начинает умирать главный герой. Ну, NPC-герой, так скажем. Та-та-та-ра-та-ра-та. Пришел человек, уронил. Но он долго сдерживал себя. О! Ошибки и победы. Миссия выполнена. Что это такое? Нихуя себе, это что такое? Еще 50 тысяч. Рико! О. Мы победили! Мы его победили, Рико! Марио, Дайма, она была в башне. Что? Она... Она мертва, Марио. Дайма! Ты где, Марио? Роза Мануэлла произносит речь. Мы все здесь. Да уж, грустненько. Так, пойдем узнаем, что там за речевка. И надо взять оружие это новое. Проверить на чем-нибудь. Спасибо. Дальше я сам. Тринадцать километров, и дрифт колотит. Так, а пока он летит, могу ненадолго отойти. Сейчас подниму вверху. Ну не ебанется он, надеюсь, нет? Не, он должен... Ну потихоньку будет вырубаться, короче, 2 секунды, сейчас прыгну.
Мы, кажется, съехали с курса. Так, лети. Лети еще немного. Сейчас я весь... Все, все, вроде нормально. Все живы. Ну, я хоть на максималке летел, поэтому нормально. Ага, автопилот. Ну, если в таком формате летел, может быть, ты распуякался, ну. Сэр, отклонение от курса, сэр. А представляете то чувство чувака, которого я оттолкнул, но остался же внутри, как бы. Его отпинали, еще и уничтожили. Заяви, да? Рико, нам сообщили, что недалеко от тебя едет грузовик с пленными. Сможешь их освободить? Да, 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 да. Конечно. Прощай, мой друг, прощай. Хеллоу, я тут. Их гибель не будет напрасной. Из пепла, из так любимого Деравелла пламени, Медичи восстанет, подобно Фениксу. Свободный мир радуется с вами. Выпьем за победу, жители Медичи. На сегодня война окончена. Рико, задай ему. За всех жителей Медичи. Деравелла еще здесь. Нужно найти его и покончить с ним. Эй, а ты почему не празднуешь? Много хороших людей погибло, Анника. Сообщает, что с башни Центкома до ее обрушения успел вылететь современный боевой вертолет. Где он теперь? Источники сообщают, что он полетел к вулкану, но оттуда он не вылетал. Нельзя допустить, чтобы он сбежал. Мы с тобой, Рико. Покончим с ним, Рико. Задай ему. Встречаемся у вулкана. Осторожнее. Деравелла так просто не сдастся. Мы идем за тобой, сволочь. Мы идем за тобой, сволочь. Ау! Да, поговорим с этим. Деравелла. Направляйся к вулкану, Рико. Блядь, 8 километров. О, спасибо. Я жду, думал, пешком опять. Хоть шасси сами убираются. Давай, набирай. А почему ты у этого максималка? Так, Рико, 200. Я тут подумал. Чем ты собираешься заниматься, когда революция закончится? Когда будет свобода и все дела? Что дальше? Не знаю, я, честно, не думал об этом. Да, это максималка 200. Подумать, братра. Ладно, а ты что собираешься делать? Ну, я собирался свое дело открыть. Ну, превратить часть моих гаражей в магазины. Стать продавцом, вроде как. О, как. Ага, да. Слушай, а будешь моим партнером? Фриго и другие торговцы лучшими автомобилями. Так. Революционный объем продаж. Наши цены. Ну, я до того, как долечу, я закажу себе оружие. Да вы шутите. Да-да-да, не слушай ее, Рико. Мы делаем то, что должны. Посмотрим. Нет-нет, может, начнем с малого? Сначала остановишься у моей гранматры, как в детстве. А потом поработай немного, доделаем машину. Посмотрим, Марин. Дороги света. Когда Деравелла не станет, первое, что я сделаю, выпью. В одиночестве. На пустом пляже.
Да уж, отдохни, брат. Может быть, не успею. У вертолета Диравелла есть бавариевый щит. Вроде того. Бавариевый щит меня не остановит. Да, вот так, фратре. Надери ему зад. Ступай туда, Рико. Он себя проявит. Ну, вы поняли, что сейчас будет. Давай. Ага. Так, мне тут типа маячок давали. А ну. Склад повстанцев. Так, оружие. Мейниджен. Эти мы пока достать не можем. А, это ретро-части надо собирать. Ну ладно. Так, берем, как всегда. Особая вот эта вот хуетень. И танк берем. А-а-а. Вот этот вот. Мы с тобой, Рик. Пойдя сюда мне его. Неплохо, неплохо. Блин, ну зачем это кидывать-то? Вот это дилда. Оп. Ну что, мягкой посадки мне, правда? Так, я думаю, с танком я погорячился. Спускайся, Рико, он ждет тебя. Ладно, хуй с ним. Полечу так. Ну иначе все плохо закончится. Контрольная точка. Вообще непонятно, кто на нем. Не объясняется, кто на вертолете-то так-то. Танк нужен, брат. Ну сейчас, пацаны, сейчас оформим. Ну давай же! Убей этого подонка, Рико! Рико! Рико, лови! Подожди, когда щит отключится! Ракет, тебе не сбежать! Щит отключен, Рико! Ёбни по нему этой хуйней. Ебануться, туфли гнуться. Мне надо перепройти. Чё-то совсем как-то ебошит. Ладно, спайс. Сбей его, Рико! Он с щитами. Он с щитолюб. Люба щит. Ты всё испортил. Когда щит отключится. Что ты делаешь? А мы не спешим, летим себе. Ты у меня получишься. Ебануться, туфлигнуться. Вот это дамаг. Тихо, тихо, тихо. Успокойте идиота. Он же нас всех убьет. Посмотрим, как ты увернешься. От этого, а? Щит отключен, Рико! Умри по-мужски, Родригес! Да, так и продолжай, Рико! Так, долетим дальше. Ну, прям нереальная битва титанов. Просто Человек-паук и его друг. Хватит прятаться! Два шота еще могу сделать. Надо бы чё заказать.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, дрень попадает, смотри. Привет! Давай, Нико! От моих ракет тебе избежать! Так, ладно. Подпищил. Дайте-ка мне спецоружие, пожалуйста. Позязя. Ну, давай вот это вот. Хвостим. Проблемы, что ли? И тоже неплохо снимает, кстати. Нормально. Подлый самозванец! Надо ускориться, иначе. Щит отключен, Рико! Блять, не то нажал. Блять, что-то, блять, не задалось. Что-то совсем как-то, блять, не задалось. Ну, стрелять-то будем? Рико Родригес. Тихо, тут же лава. Брат, ну ты хотя бы когда что-то делаешь, ты хоть подумай. Блять, вставай, дебил, вставай! Вставай! Успел за это? Блять, и успел. Давай, Рико! Короче, Рико хуй Рико. Иди бери. Встань на лавку, возьми. Возьми, дрянь! Ты блять, все испортил. Не знаю. Ладно, пусть. Ой-ой. Закончим. Вот это ебануло. Тихо, вставай. Вставай и беги. А-ра-ра-ра-ра-ра. Щит отключен, Рико! Щит отключен. Я тебя убью! Да, ты меня долго будешь убивать, в принципе. Рико, лети как-то. Так, слезай. Надо разогнаться. О, так поинтересней. Ну где я еще могу быть? Ну вот как ты думаешь? Типа сказать? Ты трос. Боже, блядь. Ну? О-о-о. Слушай, он греть начинает так активненько. Ну, правда, не очень эффективно, но... Щит отключен, Рико! Ты меня сгоришь! В аду! Ага! Шутеечка! Опс! Бля, мы все выше вышли. Да я прям воротчик. У меня там хп осталось. Никто меня не победит! Да что ты говоришь? Да что ты говоришь? Генерал! Я иду за тобой. Бля, потом так заканчивается. Щит отключен, Рико! Хватит прятаться! Да. Давай, разворачивай эту клетку. Ну как ты там в горах? Нормально? Легко летается? Нихуя. Тебе не выжить! Давай, Рико! Да, блядь.
патроны кончились. Но ничего, у нас еще есть такие. Почти плюшевые, но все равно. Давай стреляй. Кто не остался его убивать? С гульки нос. Ну? С флешем достал. Щит отключен, Рико! Ох ты гной! На последнюю хп он, видели, да, что сотворил? Ну, мутант. Да ладно. Да не обижайся ты так, ну. Прощай, братюня, прощай. О, все. Толстый-то где? Толстый-то выжил? Скажи, что он выжил. Улыбните тебе меня. Со мной не справится, Рико Родригес. А, блядь, Сталин неубиваемый какой-то. Я, Себастьяно Ди Равелло. Меня не сжечь. Меня не убить. Я... Ты чертов ублюдок. Свергнув меня, ты обречешь народ на хаос. Медичи погибнет без меня. Хорошо, только знай, это твой Том Шелдон устроил все эти сделки, которые привели меня к власти и сделали тебя сиротой. Я подвел свой народ. Я подвел самого себя. Я слишком долго терпел власть империалистических псов над Медичи. Вот к чему это привело. Короче, заебал ты меня уже. Так, ну, снять, ну, как бы, убить диктатора мы убили. О, сын Медичи. А, вот, вот, как раз доступно нам. Все? Да, смотрите-ка, как все завернулось. А вот и концовка. Вот так вот. Вот так вот мы победили его. Даже особо не напрягаясь. Ну что, ребят. Just Cause заканчивается на этом. Дальше уже сами. Ищите, рассматривайте. И все в таком духе. Какая-то короткая. Ну ладно, ну что вы. Наверное, будет DLC еще. Конечно, будет. Так, а не будет никаких... Не, давай. Доиграет, короче. Сюжетно она закончилась. Так что... Ну, DLC-шки будут. Обязательно, я думаю, будут. Ждем. Что-то спрятано. Ну, игра такая, очень однообразная, к сожалению. Очень-очень однообразная, к сожалению. Мария Агуэро. Вот сейчас DLC. Ну, если оно доступно. Ну, я думаю, DLC, может быть, на следующий раз оставим.
Кстати, в GTA пойдем новое дополнение смотреть. Для GTA 5. Но не сейчас, а попозже. Ну, когда попозже, сейчас объясню. Где-нибудь на той неделе получается. Оно 15 уходит, а мы с вами поиграем в них в субботу. Твоя оценка сколько из 10? Моя честная оценка сюжетки. Как вам сказать, сейчас скажу. Сюжеткой 3 из 10 там. Да. Она ни о чемная. Она очень грустная и однообразная. Миссия к ней же такая же однообразная, как и все остальное. Очень-очень олдскул уперлись разработчики. И, к сожалению, с этого как бы и все и пошло. То есть очень-очень олдскульно взяли. То есть взяли по второй части, но забыли, что вторая часть была элитой, а это не смогла переплюнуть оригинал. Ну или вторую часть, как вам проще говорить. Так что, ребят, таково будет мое мнение. Может, первые минут 10 на десятку? Может быть, может быть. Так, ну что, в конце ничего не будет или будет? Или какой-нибудь, блядь. Он опять выжил там, из огня вылез там. А-а-а-а! Ну? Чё, не? Не, я рад, что вы мне показываете. Лондон Лот, Аарон Хабридж, Эгген Арокер, Мат Брун, Майкл Бир, Стив Голдберг, Крагер Клам, Ликс, блядь, не успеваю. Джон Брески, Нассен Бреттон, Майк Стрейт, Лиана Швингер, Миссил Швингер, ля-ля. Натан Бреттон, Джон Брески, Каутин Ауан, Гарольд Мосс, Джордан Гри. Короче, ладно, хуй с ними. Ну? А концовка будет, нет? Лук, спасибо, что вас так много. Вау! Вау! Оо! Передаю зеваку. Слышу, стрим Рамаха снова странно вызывает. Не-не-не-не-не. А, боже ты мой, как же вас там много. Тестеры. Каролина Видал. Бьон Хастл. Холст. Все, всем сказали спасибо. Вы всем написали плюсик и сказали, что всех заебись. Сколько людей труд делалось, а получилось ни о чем. Но на самом деле они верили, что проект будет просто нереальных масштабов. Будет конца написано конец, как союз мультфильма. Ну, ого, боже, огромное спасибо вот этим вот прекраснейшим людям. Ну и не могли бы поблагодарить. Вау, 2015, движок, ну я так и подумал. Титры. Хавок. Square Enix. Да, босс, конечно, последний, просто печалька. Гаулюка. Ура! Похлопаем. Наконец-то! Обалже. Avalanche Studio.
прощается с вами. Уа-уа-уа. Нельзя ускорить, как... Не-не-не-не-не. Слишком изи. А, разблокировать жизнь, свободная игра. А ну, позыркаем как-то. Министерство информации и стабильности хотело бы отреагировать на слухи о смерти нашего дорогого генерала. Официальная позиция министерства такова. Нет тела, нет и проблемы. Нет тела, нет и проблемы. Генерал Ди Равелла, наверное, решил взять заслуженный отпуск. Его нет. Его нет. Вив ле генераль, которого больше нет. Ага, вот где эта заставка. То есть откуда мы смотрим загрузочный вариант? Ничего, прикольненько. Что у нас по карте есть? Дай позыркать. Вау! Да, пока. Ну, короче, это уже индивидуально можно пройти уж самому. На самом деле. Фига, прикольненько. А я вулкан, да? Здравствуй, вулкан. Вот и я. Так, ладно.